Алиса, кто такой красавчик? Голопопый-то красавчик. Привет. Говори. Ам. Рассказывай. Ага. Как? В общем, что я хотела показать? Аквариум. Купила лягушек таких. Не знаю, как видно. Фокусируйся на лягухе. Вот, да, вот такие. Такие лягухи с перепончатыми такими лапками. Вон еще одна. Отдыхают на водорослях. А еще вот такие гупехи. Да, гупехи, они у меня вчера родили целую кучку небольшую маленьких мальков. Да. Вот. Да. Вот такие вот. А водоросли такие, вот елочка, не знаю, как она правильно называется. И вон такие листики. Лягушки такие прикольные. Мне не нравятся. Еще я видела икринку. Ну, наверное, я не смогу ее показать вам. На видео его совсем не видно, я вставлю фото. Правда, сегодня я уже не вижу. Может быть, ее лягушки сами съели. Надо было, наверное, ее отдельно отложить куда-то. Так, и мальков тоже не знаю, как вам показать. Их много. Привет! Привет, малек! Скажи нам что-нибудь. Вот, как скажи, я уже он перевернулся всяк разно. Ку-ку! У тебя попка! Да? Да? На! Хоба! Хоба! Че дали? Че дали? Лохматые мы такие, полгода нам. Мне очень понравилось, что ну, мне посоветовала девушка в зоомире купить именно таких лягушек, потому что мне вообще нравятся больше всего, наверное, рыбки-гупи, потому что они самые неприхотливые. Самые неприхотливые. У меня стоял аэратор. Он так сильно дул, все мутил что-то, и я попросила... Гупи именно, они неприхотливые, мой аэратор вообще не нужен. У меня буквально года два подряд жили без всякого аэратора, и все было отлично. А вот лягушки эти тоже, им не нужен никакой аэратор, а лягушки вообще, они как могут жить без потока воды, они живут в болоте, по сути, поэтому даже никакого им течения не нужно создавать. Нет, это что такое? Он уже, смотрите, как перевернулся. Сына! Ты не уползи, пожалуйста, с края. Ну, толстопопый. Вот. И лягушки эти прикольные. Если их маленечко. Они любят двигаться. Ну, пугаются, наверное, может, не знаю. Кушают на дне. Дышат нашим воздухом. Периодически всплывают, чтобы подышать. Ой, куда собрался? Ты куда собрался-то? Ну, иди сюда. Вышаркал все волосы. Ку-ку, привет. Здорово, скажи. Привет, привет. Сына. Ню. Расскажи что-нибудь. Ой, я большой какой богатырь. Ну вот, у нас вчера было пополнение мальков, и икру я увидела лягушачью. Вот, ну, релаксировать здорово. Мы с ребенком постоянно лежим тут, смотрим на аквариум.